Всем привет, с вами Артур, и мы продолжаем Tomb Raider. Так, забыл, надо поставить таймер и звук выключить. И погнали. Так, на чем мы остановились? Что мы взорвались? Лишь стрелять можно было. Давай, цепляйся. Это ты сама себе или нет? Давай допрыгай, чуть-чуть. О, так все для нас. Давай, давай. Ты ж сильная женщина. Чего ты не спорит. Какая красота! Что это? Символ. Так. Ну что нам опять расскажут? Лара! Мне столько нужно тебе рассказать, я не... Ты нашла гробницу пророка? Да, но за мной следили. Что? Кто? Они зовут себя Троицей. Пытались меня убить. Какого черта тут происходит? Ты меня пугаешь. В гробнице было пусто, но я думаю, они искали святой источник. Артефакт, который искал твой отец? Это не все. Я нашла в гробнице этот символ. Я его видела раньше, только не помнила где. Тут меня озарило. Я видела его тут, в папиной книге. Послушай. Затерянный Китежград. Якобы он исчез где-то в Сибири в 12 веке. По легенде, накануне вторжения монгольских орд он опустился на дно озера. А при чем тут артефакт пророка? Тот же символ. Лара. Если святой источник находится в развалинах Китежа, то я должна отправиться туда. В Сибирь? Шутишь, что ли? Ты представь, если я действительно смогу раскрыть секрет бессмертия, это же революция. Болезни, страдания, смерть в прошлом. Ты вообще себя слышишь? Иона. Мы столько вместе пережили. Ты же знаешь, что это может оказаться правдой. Да мне плевать! Я уже стольких потерял. Не хочу и тебя тоже терять. Папа так и не догадался про Китиш. Он от всего отказался ради этого. И от тебя. Перестань себя винить в том, что случилось. Он сам так решил. Я не могу его подвести. Это все, что у меня осталось. Неправда! Остановись хоть на минуту, и, может быть, поймешь это. Какой дерзкий. Черт! Странную вещь они, конечно, ищут, этот бессмертие. Что-то пореальнее могли бы придумать. Иона? Чила, стол, да? Да ты чё? Собака, стол убери. На себе, да это... Какая борьба. Лара, я... Твою мать! Стреляй ты, чё-то. Брось книгу!
Нас не остановить! А! Да ты чё, дура, что ли? Чёрт, Лана. Что же нам делать? Я привела их к нему, Иона. Если Святой Источник существует, мы должны найти его первыми. Значит, себе. Наконец-то согласился. По-хорошему не хотел. Собака. Вот мы и здесь, да? Нам небольшую предысторию рассказали. Лара, ты там? Я в убежище. Иона? Иона, если ты меня слышишь, ответь. Возвращайся. Не пытайся меня искать. Ты сейчас сдохнешь, замерзнешь. Это моя миссия. Ой, твоя миссия. Ты боевая женщина. Надо найти убежище. Надо. Мне это нравится, как тут снег сделали. Да не падай ты. Ничего нам не показало. Так, ну и куда мы придем с тобой? Не останавливаться. Да тебе, блин, это снегу-то по пояс. Давай, ты сможешь. Иди. Я жму вперед. Старый лагерь. Где тут старый? А, костер. Так. Нужен костер. И как он у тебя в такую погоду гореть будет, женщина? Так, соберите ресурсы. Так, это понятно, все понятно. Да можно? Да. Ходит через кусты у нас. Интересно, что мы должны найти? Это палки? Ветки? Чё за хрень она? Ладно, воспользуемся. Ага. И как? Я должен туда залезть? Наверно. Как ты должен достать? Понял. Как достать-то? Я вижу. Ага, во. Тебя-то я не заметил. Так, собирай. У нас еще карта есть, на которую можем смотреть. Все, с этим ничего не надо делать. Ты сейчас же не будешь лазить, прыгать. У нас слишком замерзло. Пошли. Вот не пойму, как это достать. Кнопки действия нету. Ладно, пойдем в другое место. Нужно что-то, из чего построить укрытие. Из чего построить укрытие еще? Ух ты. Так, ну вот и все три вещи тут валяются. Так, должно получиться. Ага. На ночь не хватит. Конечно, не хватит, ты еще надо собирай. Надо еще найти. Круто сделано. Сухое, загорится. Не сгодится. Надеюсь. Еще пошли.
пожрать. Труп свежий. Мяса нет, но... Опа! Получила рога. Назад в лагерь. В шкуру все, пошли. Тут же больше ничего пока нету. Нет. Пойдем. Будешь строить лагерь. Да быстрее ты! Ну как же быстрее, против ветра идем. Топай давай. Да, тебя лавина так неплохо помотала. Ни хрена ты соорудила с трех веток. Наши люди прочесывают развалины в горах. Если артефакт там, мы его найдем. А что с потомками? Продолжают сопротивляться. Но мы скоро возьмем их за горло. Хорошо. Троица в вас верит. Троица. Соорудила, молодец. Сейчас будем на волков охотиться. Мне нужен лук покрепче. Хоть бы эта боль не была такой знакомой. Я словно смотрю в глаза старому врагу. Он хочет сломать меня. Хочет, чтобы я просто сдалась и умерла. Но я не сдамся. Не смогу сдаться. Здесь что-то есть, что-то должно быть. Иначе троица не полезла бы в этот снежный ад. Надеюсь, что Иона в порядке. Что он смог вернуться. Я не могла рисковать и брать его с собой. Если я потеряю еще и его, я просто не выдержу. Это мой путь. Только мой. Так. Это надо будет еще разбираться, где мы все это будем доставать. Шкуру, ну понятно, а вот что это такое? Как я должен? Ресурсы. А, о, это ткань, травы. Мы еще и это самое не можем так много таскать, как я думал. Ну ладно. Ну, вроде пока что... А, подожди-ка. А это что такое? Еще одежда есть. Нашла. А это что такое? Непонятно немножко тоже. И чем? Ага. Это я еще могу потом одежду одевать. А вот что-то я не вижу характеристик, например, каких-то, чтобы понятно было. Что теплее, например, или еще что-то. Или это не важно. Так. Ага, навыки. Так, ну это выживание, охотница. М-м-м.
Вот это, я думаю, хорошо. Это тоже неплохо. Ну и это, в принципе, неплохо. Угу. Ну, не знаю, пока это, наверное, не так важно. Хотя, конечно, кожа нужна. Все подряд надо. Так, это что такое? Боец. Круто, типа контрудара. Ага. Так. Ага. Я думаю, начнем с этого, чтобы стрелы наши доставать. Я так понял, что по одному разу можно, да, все. Интересно, нам на все хватит или нет? Так, ну все, пока тогда здесь. Тут не важно. Так, что такое? Чтобы использовать лагерь, это сейчас не то. О, наконец-то. А для чего? Для чего я сюда залез? Не понял я. Сюда вроде никуда не прыгнуть. Ну, еще умри. Зачем оно? И стрелять что-то не хочется. Ладно. Нам туда. Как много вещей можно собирать? Я думаю, будем все собирать попутно. Что будем. Ау, вот это место. Что будем находить. И будем тогда улучшаться. Что тут еще нам делать? Ого, это что такое? Пока что это никак не опустить. Так, ясно. А вот тут что-то примечательное. Сумочка. Ага. Какое-то много. А, это пещеры. А сюда можно? Нет, нельзя. Нельзя. Нам туда. Пойдем пока так тогда. Ага, вот сюда можно зайти, вот эту пещеру. Так. Выстрелами или взрывчаткой. Хм, а сколько я должен? Ага. Тут, блин. Даже не знаю. Чё-то как-то мне стрел жалко уже. А чё ударить-то нельзя, я не понял. А вот стрелы мои, я поднять их не могу, что ли? Сколько? Нет, не могу. Ладно. Сейчас не будем мы этим заниматься. Так. Ага, теперь. Ой, блин. Что-то в горле застряло. Так.
этим что? Зачем? А, ну может быть оттуда животных могу убивать. Так, это что? Еще плюс три пера. Это тоже там? Еще. Эти руины монгольские. Так. Монгольская вот письменность. Не могу разобрать. Ух ты, ну, а где это я сделаю? Где тебе его выучу? Троица. Они здесь. Центр, как поняли? А чёрт! А чёрт! Что это было вообще? Паскуда, и не повезло. Так, это что за веревка? Это я знаю уже. Я думал, может кролика завалить попробовать. Что-то мигает. Мигает. Ого. Так, это мы пойдем туда, куда нам надо, да? Черт. Собака куда упала? Здесь давай. Корона киевского князя. Как она здесь оказалась? Угу. Не знаю, как она здесь оказалась. А это я так... А, это я могу лазить, по-моему. Как слезть? Дай мне слезть. Ага. Чего я могу в одну сторону лезть, в другую? Это я понял. Как много новых вещей, я что-то даже это самое растерялся немножко. Так. Не, ну я хочу кого-то убить, это точно. Попробовать хотя бы. Ага, вот. Да что такое? Целый год я путешествовал с монгольской армией как посланник Ордена Троицы. Их хан – великий воин, хоть и язычник. С моей помощью они повергали в прах народы, сжигали города, убивали правителей. Все для того, чтобы найти пророка. Бойня, которую мы устроили на Руси, не была напрасной. Мы наконец-то нашли карту. И вот этим самым утром после стольких месяцев в горах мы увидели дома посреди зеленой долины, окруженной льдом. Мы нашли Китежград. Я пообещал хану великие богатства, ему этого было достаточно. Но настоящая победа будет одержана во имя Бога, когда мы сотрем ложь пророка с лица земли. И, наконец, святой источник будет нашим. Так. Ладно, что нам надо еще пора уже закругляться, в принципе. Собьем. Да и нет. Господи. Так, два пера. Где наш лагерь? Что-то я немного заблудился уже. Ага. Сейчас думал, что калечимся. А нет. Так, опять шкуру нашли. Не понимаю.
Какая-то кнопка должна быть, чтобы слезть благополучно. А у меня что-то не получается ничего. Так, вот наш лагерь. Ага, вот навыки получили. И что у нас тут было? Что надо для этого? Навык звериное чутье. Ага. Ясно, возьмем. И в следующий раз тогда я смогу вот дальше. Дальше брать. Да, тут много чего надо для этого всего. Решил посмотреть на всякий случай, но нет. А рюкзак, боеприпасы. Ага, вот что. И у меня три штуки. Все, у меня древесина кончилась. Нет, тут много очень чего надо, так что ясно. Ну, боеприпасов мы сделали. И тогда продолжим в следующей серии. Больше не будем бегать тут. Побежим сразу на задание. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Рассказывайте своим друзьям. Всем пока.